получается, что... Два без поражений. Бойца. Два бойца без поражений сейчас. У кого-то эта ситуация... Хотя ничьи бывают. Ничьи бывают, и здесь на турнире у нас уже такое случалось. Так. Интересное противостояние. Ударник против борца. Посмотрим, кто какую... Кто навяжет свою игру. Вот. Ну вот он. Собственно, тактика представителя команды Самбо Питер. Она не удивляет. Недолго думая, он пытается перевести своего соперника в партер. И попал сейчас. Довольно жестко попадает Сергей. Ну, единственное, все-таки... Довольно жестко попадает и неплохо уходит от борьбы. Встал. Прихватить руку на ключик. Кто-то пытается, да, противостоять. Ну что, вот она пошла, что называется, самая работа. Без особых сомнений Имран Хабиров отдает так и шею спокойно и старается до каких-то кондиций попытаться отвисеть, наверное, Сергея. Смотрите, да, пока, конечно, все-таки я мало верю в то, что Сергею удастся оторваться и поработать на дистанции. Пока мне кажется, что больше половины первого раунда вот в таком ключе будет проходить этот поединок, а то есть некая оторви его от сетки чуть-чуть. На себя дерни. Вязкая работа либо у клетки, у сетки, либо уже непосредственно на силе клетки. Стоп, и отлично. Отлично, на самом деле, пока Сергей очень здорово. Сейчас контрит. Сергей есть шанс попробовать попасть. Мне понравилось, как он отработал именно как, в защите, как, не дался как, свалить. Как кикбоксера. Думаю, что в этом плане школа определенно должна быть. Тем более, что вы знаете Батуя сейчас, глядя на Имрана, у него же есть такая небольшая гематомка под левым глазом, то есть уже попадание туда было. Я тоже заметил, это говорит о некой результативности Сергея Мартынова. Но вот, тем не менее, Имран все-таки навязывает свою манеру, то, что выгодно ему. Дорабатывает. Минимизирует риски и максимально близко подходит своему сопернику. Но, кстати говоря, что... Молодец. Рад, что Сергей все-таки даже совершает попытки провести какие-то болевые приемы. Очень уверенно защищается, без какой-то паники, и главное, без какой бы то ни было суеты. Другое дело, что он вынужден защищаться. Ему самому надо начинать атаки сейчас, иначе это будет так продолжаться до бесконечности. Будет, пригнув голову, я имею в виду Имран, заходить с двумя боковыми и хвататься. Ну вот сейчас начинается попал. Доминирование. Попал. Забил просто. Два попадания. Да, очень два тяжелых попадания. Мне кажется, что рефери не совсем вовремя отреагировал. Ну, стукнуть успел, потому что мы даже отсюда видим. То есть чуть на удар позже остановил. Соглашусь. Я, честно говоря, так удивлен, потому что там после первого попадания уже было видно, что очень тяжело. Сергей Мартынов. Вот сейчас, вот он рукой уже стучит. Да, здесь уже нужно было останавливать. Этот удар явно был лишним. Там еще по бороде, да с размаху, справа снизу. Сергей Мартынов тяжело, приветствует нас. Вот, видимо, для него важна, наверное, моя оценка. В первую очередь, как... Профильного кикера. Совершенно верно. Ну, я сказал, что молодец. Абсолютно чемпион мира по кикбоксингу. Сказал, что хорошая работа, но в данном случае вот, переживаю за Имрана Хабирова. Смотрите. Конечно, вот... Вот он ему зашел. Левый сбоку, именно туда, в висок. Последнее попадание, оно было абсолютно не нужно никому. Mm-hmm. Ни Имрану, ни Сергею, ни рефери и ни вот он. Зрителям. Вот здесь потерялся, на мой взгляд. Пошел попытаться бороться, скажем так, и здесь уже ничего не было. Не, мне на самом деле, знаете, что понравилось в исполнении Сергея? Он переждал стартовый натиск, не дал на себе сопернику повиснуть, контрил, вставлял руки
постоянно ноги были отброшены так, чтобы не позволять себе просто уронить. И после этого великолепно дождался своего случая, как раз то, о чем вы говорили, и начал атаку. Начал длинную серию и попал-то, вот обратите внимание, помните, мы с вами тогда беседовали, серийность, комбинаторика. Он попал крайним ударом серии. Левый сбоку, он четвертый был, если мне понятно, изменяет. Именно так. И ровно им и попал. Вот, ну классно, молодец, что еще скажешь. Тем самым записывает себе четвертую победу, свой послужной список. Мы пожелаем Сергею Мартынову, представителя клуба «Пересвет», успехов в карьере. Я думаю, что определенно, я уверен, что парень талантливый, парень трудолюбив. Ну а Хабирову Имрану, конечно, скорейшего выздоровления, восстановления.